усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Півроку вчаться школярі та студенти, засвоюючи новий матеріал. І як же зробити так, аби їхній зір не погіршувався, та якими засобами потрібно користуватися, аби його поновити, знає дитячий лікар-офтальмолог Євгенія Шалабаєва. Я думаю, що ми сьогодні з вами усі аспекти у нашій програмі обговоримо, подивимось з усіх боків на цю проблему і дізнаємося, що ж потрібно робити. Тож, доброго дня, пані Євгенія. Добрый день. Я хочу сказать о том, что в основном, конечно, вопрос зрения в школе и в институте – это вопрос появления у детей и подростков такой аномалии рефракции, как миопия. И я хочу сказать, что с 2015 года эксперты хватаются за голову и говорят о том, что миопия приобретает характер эпидемии во всем мире. Идет очень большое возрастание количества больных миопией. И говорят, что к 2050 году количество больных миопией будет равно 4,5 миллиардов. Мы будем усилить в окулярах, так? Ну, это половина населения всего земного шара. А от чего это? Чему так стається? Мы так дуже напружуємо зір? Чи це, можливо, мобільні засоби, якими ми користуємось? В чому тут проблема? Ну, надо сказать, что, конечно, мы 80% информации о всем окружающем мире получаем через зрение. И дети, которые постоянно находятся в бесконечном контакте с предметами на близком расстоянии, у них как бы происходит нарушение этого. Я обратила внимание, вот я шла по улице, ехала мама с ребенком, двухгодовалым, наверное. Ребенок был в коляске, а перед ним на вот этом перилице был прикреплен смартфон, и ребенок смотрел мультики неотрывно. И, конечно, это очень печально, я считаю. Ми сьогодні зможемо дати ще таку цінну інформацію усім і мамам також. Як же так зробити, щоб ваша дитина бачила якомога довше, а можливо і взагалі на усе життя зберегти зір, так? Тому ось найперше, що я хотіла вас запитати. Зір, як його потрібно перевіряти вчасно і що потрібно знати усім батькам і усім дітям? Перше. Во-первых, я хочу сказать, что 90% детей рождаются дальнозоркими, потому что ребенок маленький, глаз у него маленький, он продолжает расти в процессе развития ребенка. Глаз вытягивается, и если он вытягивается чрезмерно, то центральный фокус оказывается не на сетчатке, откуда считывается нормальное изображение, и у человека развивается стопроцентное зрение, а перед сетчаткой, то есть идет процесс миопизации глаза. И для того, чтобы увидеть хорошо предмет, человеку-миопу необходимо одеть рассеивающие линзы, или это очковые, или контактные, которые будут перемещать главный фокус на сетчатку, и человек будет видеть хорошо. Так вот, к сожалению, у маленьких детей, которые 3-4-летние, они уже у нас как бы живут в такой ограниченной среде, где в принципе, им хорошо надо видеть только на близком расстоянии, а видеть вдаль не обязательно. И процесс формирования зрения, конечно, нарушается в этом случае. Кроме того, надо сказать, что у нашего глаза есть такая способность, она называется аккомодация, это способность глаза хорошо видеть на близком и на дальнем расстоянии. То есть глаз перестраивается, видит близко, потом смотрит вдаль, и он видит хорошо на дальнем расстоянии. Так вот, надо сказать, что у детей параллельно с этой аккомодацией, когда ребенок смотрит на близком расстоянии, работает еще параллельно конвергенция, потому что мы же видим не глазами, мы видим головой, и все это работает, все в таком комплексе. Поэтому зрительная и работает конвергенция. И надо сказать, что мало того, что развивается миопия, еще и развивается склонность к расходящемуся косоглазию у этих детей. И
в общем-то, необходимо, конечно, дозированные нагрузки применять. Ну, конечно, безусловно, мы живем в такой век, когда и гаджеты, и смартфоны, все это существует. Мы никуда не можем от этого деться. Ну вот, ну скажите ребенку, чтобы он не смотрел. Ну как же я могу сказать, если все смотрят? Но это все должно быть дозировано. Это должны быть какие-то несколько, там, минут 20, и потом ребенок должен отдыхать. Он должен смотреть вдаль. Еще ученые доказали, что влияние солнечного света на развитие глаза, то есть для того, чтобы не прогрессировала дальше близорукость, то ребенок должен получать достаточное количество солнечного света, то есть он должен быть на воздухе, он должен вести активный образ жизни, и это своего рода такая профилактика развития близорукости. Так, ну якщо наші діти сидять увесь час в квартирі, так, в закритому приміщенні, звісно, що вони не будуть нічого бачити, їм не треба дивитися дуже далеко, да. І звичайно, що зір буде формуватися неправильно. Тому ось вже бачите, як стається, оці 5 років, які ми так активно живемо з гаджетами, вони дають знати про себе. Безусловно. І, на жаль, це не кращий результат, який ми отримуємо від нових технологій. Так? На жаль. А з приводу того, що потім далі робити, якщо вже ви помітили, що ваша дитина погано стає бачити. От вона скаржиться, я не бачу там, наприклад, на дошку. Чи треба дитину пересадити на першу парту, але перших парт мало. І не всі туди зможуть сісти. Юля, самое интересное, что люди, дети не жалуются родителям на то, что они плохо видят. Они плохо видят и как бы пытаются как-то с этим самостоятельно бороться, щуриться, жмуриться, потому что слово «миопия» произошло от латинского слова, которое означает «жмуриться». То есть человек, когда жмурится, он начинает, он чуть-чуть у него кривизна, там, преломляющих поверхностей изменяется, и он видит лучше. Поэтому такие дети обычно не жалуются еще и по той причине, что он скажет, что он плохо видит. Ага. Ведуть до лікаря. Ага. Окуляри. Так ты же вот это целый день сидишь в комп'ютері. Ему, так. Все. Ни в какую. Поэтому ребенок не жалуется. И все это выявляется, когда уже близорукость там достаточно в приличные цифры это выливается. Поэтому я считаю, что зрение надо проверять ежегодно. Хочет этого ребенок, не хочет. Есть ли у него желание этим заниматься. Я считаю, что самое главное – это себя обезопасить. Проверить зрение ребенку – это самое главное. Я еще к чему это все хочу рассказать, что близорукость – это близорукость, конечно, но, к сожалению, это верхушка айсберга, который спрятан под водой. Всевозможные осложнения, которым приводят близорукость, они тоже имеют место быть. И близорукость, особенно быстрый рост близорукости, он может привести к отслойке сетчатки, может привести к каким-то дистрофическим изменениям на сетчатке, потому что глаз вытягивается, растягивается сетчатая оболочка, и в результате этого там могут быть какие-то дистрофические процессы, которые как бы в дальнейшем не дадут человеку хорошо видеть, даже в очках. Потому что всякая дистрофия, она обратного как бы, движения не имеет. Ну, але насправді краще знати. Чем выше близорукость, тем больше процент вероятности развития вот этих осложнений. Поэтому, ну, что такого? Тут просто придите, проверьте зрение и посмотрите. Ну, дивіться, от півроку зараз діти вчаться, так? За півроку можна вже побачити якісь зміни, ну, я маю на увазі погіршення, наприклад, зору, так? І якщо вчасно попередити, то, можливо, можна скоректувати зір. Чи можна, на яких стадіях це можна зробити? Безусловно. И я сейчас подход у нас такой. Раньше, знаете, нам рассказывали, что полная коррекция зрения, она ведет к тому, чтобы дальше прогрессировала близорукость. Сейчас пришли к тому, что необходима полная переносимая коррекция, которая
дальше препятствуют развитию близорукости. Ведь наша задача, если мы обнаружили близорукость, наша задача сделать так, чтобы она дальше не прогрессировала. И для этого есть специальные методы лечения. И, конечно же, необходима коррекция очковая или контактная. Это уже по выбору пациента, как он захочет, можно скорректировать зрение обязательно. И дальше, если уже близорукость обнаружена, то необходимо хотя бы раз в полгода проверять зрение и смотреть, прогрессирует эта близорукость, не прогрессирует. Бывает так, что ребенок вдруг, вот он вырос, рванул в росте, он вырос весь. У него точно так же вырос глаз. И появилась небольшая близорукость. Но это близорукость в слабой степени, и сколько мы потом не проверяем, то есть цифры остаются те же. То есть тут достаточно очковой коррекции или контактной, как человек захочет. И еще это на все життя? Чи це можна скоректувати на якийсь почему? Час? Дальше это у нас наука не стоит на месте. Если человек захочет, после 18 лет он может сделать рефракционную операцию и избавиться от этого недуга. Угу. Тобто зараз є дуже багато різних методів, да, які можуть виправити. І потім на людину це ніяк не вплине. Тобто я маю на увазі, що, наприклад, є такі, ну, такі от серйозні вже ускладнення, коли у людини, наприклад, там зір там, мінус 7 там, чи мінус 8, так? То, звісно, що лікар може вам порадити зробити одразу вже хірургічні там, якісь, можливо, операції чи що ще, так? Процедури, які можуть вам допомогти. Юль, як би делать ли рефракционную операцию или не делать, это уже на выбор самого пациента. А врач, конечно, предлагает коррекцию так, чтобы человек чувствовал себя хорошо, чтобы комфортно он ощущал себя. Качество жизни, качество жизни – это самое главное. То есть, если у ребенка снижено зрение, то вопрос идет о качестве жизни. Он не видит на доску, он не видит вокруг, он переходит дорогу, он может в какие-то неприятные ситуации попасть. Правильно? Звичайно. И то же самое – он, допустим, занимается каким-то спортом, и он плохо видит, ему тоже неудобно. То есть тут можно использовать любые методы коррекции, и бояться здесь не надо. Звичайно. А якщо дитина, наприклад, займається спортом, в окулярах це незручно робити. Чи є спеціальні лінзи, які можуть допомогти дитині? Ну, от якого віку дитина може вже носити контактні лінзи? Контактные линзы мы одеваем ребенку с любого возраста. Даже так. Если он родился, ему возникает необходимость, то можно одеть линзу на ребенка, и тут никаких проблем не должно существовать. То есть если ребенок ведет подвижный образ жизни, конечно же, мы рекомендуем ему контактные линзы. Вопрос весь заключается в уходе за этими контактными линзами, насколько ребенок будет выполнять как бы правила гигиены. Частно. І тоді ніяких ускладнень від ношення контактних лінз не буде. А ви от принесли з собою, ще я дивлюся, дуже гарні окуляри і футляр, так? Це є такі приклади. Можна показати зараз, як вони виглядають, так? І подивитися, які ж лінзи там стоять. Вони дуже тоненькі, такі гарні. Вони тоненькі і вони мають антирефлексне покриття. Вони блищать, так? Трошки виблискують різними окулярами. Остаточний рефлекс. Этот рефлекс, это покрытие позволяет проходить 95% света через эту линзу, и человек видит четко и ясно. То есть, если линза без покрытия, она пропускает до 70% света. Линза с антибликовым покрытием пропускает 95% света. Еще есть сейчас для людей, для детей, которые используют гаджеты и мониторы, люди, которые работают, доказано, что от мониторов исходит синий свет определенного спектра, который очень плохо воздействует на сетчатку глаза и может в дальнейшем привести к каким-то, опять же, дистрофическим процессам на сетчатке. Поэтому все производители, ведущие сейчас наносят, есть такое покрытие, блублокер, которое отрезает вот этот синий свет і дають можливість глазу віддихати від нього. Так, ну от бачите, як добре, що все це є, треба знати. Ну ми для того вас і запросили, щоб дізнатися про усе, усі можливі засоби, які допоможуть нам, так? А ось ці окуляри, які є у вас, що це? Это перфорационные очки. Их придумали американцы для своих программистов, которые сидели очень долго
и смотрели на монитор, и для того, чтобы глаза их отдохнули, они придумали вот эти перфорационные очки. Принцип действия этих очков следующий. Когда вы смотрите через прицел, через мушку, да, то есть через прицел оптический, вы смотрите через дырочку очень маленькую, и контрастность предметов у вас увеличивается. Так, а можно подивитися? Да, конечно. Можно приміряти навіть, і так? Тут, да. А я дивлюся, що вони з дірочками. Дырочек этих много, поэтому, каждый раз глаз попадает в какую-то дырочку и видит четко предмет. Супер. Как подивіться, скільки тут дірочок, їх може так не дуже і видно, але я от зараз надіну, я покажу зараз вам, і розкажу, який же ефект. Ну, насправді, трошки чіткіше видно, так? Угу. Це так і може бути. Це так і є. Ну, це один із методів, який входить в комплекс профілактики і прогресування близорукості. Тобто, якщо ви заморилися, наприклад, так, да. Ви почали працювати за комп'ютером, наприклад, сидите там 2-3 години, і вже розумієте, що не можна, я знаю. Не надо 2-3. Це дуже багато. Полчаса пройшло, і треба посмотреть, перевести взгляд. Надо, во-первых, чаще поморгать, когда вы смотрите на экран монитора, потому что доказано, что люди, которые смотрят в монитор, они перестают моргать, глаз перестает омываться слезой, появляются неприятные ощущения, дискомфорт, сухость, вы испытываете проблем, усталость, да? Потому что, опять же, повторюсь, что мы видим головой. Наши глаза – это кусочек мозга, вынесенный на периферию, поэтому вот ваши глаза устали, ваша голова тоже устала. Поэтому я рекомендую, ну, 20-30 минут вы работаете за монитором. Во-первых, вокруг вашего монитора должны быть какие-то зеленые пятна, там, цветы. Вы должны переводить взгляд и смотреть на другие предметы. Переводить взгляд. Во-первых, монитор обязательно должен стоять возле окна. И вы должны смотреть вдаль. Таким образом вы расслабляете свои глаза, даете им возможность отдохнуть. Вот. И еще, значит, я хочу сказать, что пришли к выводу, что монитор, вот, допустим, ноутбук, он должен стоять чуть ниже, чтобы вы, не задирая голову, смотрели, а вы смотрели чуть ниже, вот, так, на 10 сантиметров. Не так вот на 20 сантиметров, так, вот. А трошки ось так. Ще нижче. Ну, сантиметров на 10 ниже, щоб ваш взгляд вот сюди падав. Так. Що це дає? Це дає можливість вашій шеї розправитися. І тут, звісно, сосуди всі проходять, які можуть пережиматися десь, передавлюватися, які теж можуть привести до зниження зрення. Для цих цілей желательно смотреть все-таки вот чуть-чуть ниже глаз, щоб стояв екран вашого монітора. Я вам дуже дякую, пані Євгенія. Стільки всього цікавого. Надзвичайно корисна інформація сьогодні прозвучала. Ми будемо тепер знати, як нам треба скоректувати свій зір. Як нам зробити так, щоб цей зір не ставав гіршим. Так? А якщо вже сталися проблеми, то знаємо, якими засобами це краще зробити. Тож я бажаю усім звертати увагу на те, що з вами відбувається, що відбувається з вашими дітьми, як вони працюють за комп'ютером, як вони читають книжки, як вони взагалі живуть, так, і, звичайно ж, ми всі з вами будемо здорові тоді. Дякую вам дуже. Забота о нашем зрении сегодня – это наша возможность увидеть будущее. Звісно, так і є. Ну що ж, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.